Мать четверых детей осудили на 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Такое решение вынес Избербашский городской суд. Женщину обвиняют по нескольким статьям, в том числе причинение смерти по неосторожности. Установлено, что она оставила без присмотра 4 малолетних детей на съемной квартире. Один из мальчиков нашел зажигалку и поджег матрас. В результате пожара 2 скончались, 3-й пытался покинуть квартиру через окно и получил тяжкий вред здоровью. 4-й серьезно не пострадал. Сейчас городские власти решают вопрос о лишении женщины родительских прав. Кроме того, суд обязал ее выплатить штраф в размере 20 000 рублей.